Городская поликлиника номер 4 – одна из крупнейших в регионе. На сегодняшний день она обслуживает 140 тысяч жителей Засвиярского района. Улучшить качество обслуживания такого большого количества пациента призван федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». По программе закупили новое оборудование и ведется капитальный ремонт. Выделено более 70, если быть точной, 74,5 миллиона на ремонтные работы. Это ремонт здесь, второго этажа, лестницы обе будут отремонтированы, подвал. То есть вот на сегодняшний день ремонтные работы продолжаются, они будут продолжаться и в 2023 году. На этот год 50 миллионов, и на будущий год около 25. Вот. Кроме того, выделено 27 с лишним миллионов на приобретение оборудования. Благодаря проекту в декабре в больнице появился маммографический аппарат взамен списанного еще в 2020 году. Новая техника позволяет проводить обследование высокого качества. Также врачи отмечают, что в новом аппарате снижена доза излучения. Исследование занимает всего 15 минут, а результат сразу у врача. Позволяет нам проводить исследования молочных желез. Исследование получается в довольно высоком качестве. Позволяет своевременно выявлять патологию молочных женщин. Если мы ее увидим, сразу же, и она будет четко отображена. И, соответственно, данное исследование позволит нам своевременно дать заключение и в дальнейшем поставить диагноз, начать корректное лечение. 2 года пациентам приходилось ездить в другие лечебные учреждения, где был маммограф. Теперь такой аппарат есть и в 4-й поликлинике. В общем-то, этот осмотр, конечно, как говорится, дает очень многое. Во-первых, сейчас не стало вот таких очередей. Сейчас все, запись проводится электронно. Запись провели, сделали маммографию. Уже за результатом тоже приходить не приходится. Все результаты сразу у врача находятся. Поэтому это очень удобно. Все в шаговой доступности. Получается, что не нужно ездить в другие районы города, чтобы пройти эту процедуру. Также по программе модернизации первичного звена в поликлинику поступил аппарат УЗИ высокого класса. Область применения новой машины широка – от щитовидной железы до сосудов нижних конечностей. Раньше у нас был аппарат УЗИ среднего класса. Этот аппарат является высокого класса. Датчиков здесь по наличию больше, что и позволит качественно более обследовать наших пациентов и расширить спектр ультразвуковых исследований. Федеральная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» реализуется по национальному проекту здравоохранения. Его основная цель – организовать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.